Всем привет, это канал «Море, музыка, туризм», и мы в музее реалий русского рока, который основал Владимир Рекшан. Я надеюсь, что сегодня я сниму некое обзорное видео по этому музею, но до этого я хочу задать основателю музея Владимиру Рекшану несколько вопросов. Для чего надо в первую очередь войти внутрь? Это, конечно, постановочный заход. Мы уже с Владимиром договорились, что я задал ему пару вопросов. И также я уже сказал, что я начну с положительных слов о нем, которые не являются лестью, а моим личным ощущением. Я считаю, что Владимир Рекшан – это уникальный человек, который добился больших успехов одновременно в трех ипостасях. Мало кто может похвастаться тем, что он одновременно известный музыкант, известный писатель и известный спортсмен. Самый идиотский вопрос, который после этого можно задать, это как вам это удалось? Ну, так как это экспромтное интервью. Я еще известный мыслитель. Вот, а вы еще известный мыслитель, и вы еще теперь развиваете музыкально-просветительский проект. Ну, это музей, да, вокруг меня предметы, которые мне передали люди. Люди мне их передали, потому что они мне, видимо, доверяют. Все это суммарно называется «Первый национальный музей рок-музыки». Он посвящен русской рок-музыке. Вот почему я решил сейчас все это сделать? Только что мы смотрели вот такую выставку. Выставку картин молодых авторов. Да. Как они видели, представляют себе те годы, годы рок-клуба, которые они своими глазами не видели. И это, в общем, натолкнуло меня на тот вопрос, который я давно сам себе задаю и пока не могу найти ответа. А вот Владимир, наверное, сможет ответить. Как мыслитель. Рок как мыслитель, да. Какое сейчас место занимает рок-музыка в жизни молодежи? Потому что в наше время она занимала всеобъемлющее место, она была практически смыслом жизни. А сейчас она ушла, исчезла, трансформировалась. Где ну, она? Все, многие, по крайней мере, задают вопрос, жив ли русский рок и куда. Но всякого явления, всякого государства, цивилизации, взаимоотношений между людьми бывает период. Период становления или такого революционного взрыва, как в 80-е годы в этом музыкальном жанре, уже давно в прошлом. Но сейчас это естественная часть взросления. Так или иначе, с какого-то класса все парни начинают делиться на любителей той или иной группы. Вот у меня сын взрослел, ему «Короля Шута» давай, а девочкам больше какой-нибудь «Сплина» или какой-нибудь «Попсу». Поэтому это часть, просто бытовая часть жизни, которая никуда не делась. Если каждый там пятый паренек по улице идет с гитарой за спиной, это часть взросления. И это, значит, важная часть жизни. То есть она, в принципе, никуда не делась, заняла какое-то свое место на полочке культурных других, ценностей. Других способов самоутвердиться молодому человеку. О, как? Нет. Девушки, как это? А игра? Компьютерные нет, игры? Телефончик? Девушке самоутверждаться юной не нужно. Она и так как бы прекрасна. А парень обычно в каком-то возрасте еще у него статуса нет, званий нет, профессиональных достижений нет. Денег нет, а вот он поиграет годик на гитаре, потом как запоет и все. Это деваться некуда. Это гарантированный способ, если ты хочешь самоутверждения. Других не найдем. Не, ну можно там рэповать как-то еще, но на мой взгляд, я рок-музыкой называю все разновидности вот этого народного искусства, фольклор. Что такое рок-музыка? Это городской фольклор. Все лучшее мировое и наше рок-музыки создано людьми без специального музыкального образования. Что такое дедушка на балалайке, на завальник, а сын его на гармонике? Это народное искусство. А поэтому народное искусство государство не очень любит. Потому что в народном искусстве воплощается свобода. Свободная душа народа. Это я заявляю как мыслитель. Да, это очень...
Интересное мнение. Я должен его обдумать. Потому что как раз вот Антон, мой сын, который сидит сзади, это абсолютный, подтверждает то, что вы сказали. У нас звучит гитара каждый день, и король, и именно король и шут. Ну, одобряю. Насколько быстро развивается музей? Музей развивается так, как он должен и может. Для меня позиция сформулирована следующая. Я не являюсь пробиванием какой-то сверхзадачи. Это же не коммерческий проект, что вот выпущу новый вид сосисок и добьюсь на рынке максимального успеха. Музей народный, коллекция пополняется народом. Если народ захочет, то это пространство приобретет больший объем. Все зависит от народа. Можно народу самоорганизоваться и сделать то, что практически всем интересно. Ну, на уровне коллекции народ себя уже показал. Бывают выездные выставки, много проектов. Ну, например, сейчас активно, при моем участии, идет работа, ну, или как бы, в смысле, битва за мемориальную доску на Рубинштейна 13. Она вступает, как мне кажется, в финальную стадию. Это чудовищно долго продолжается, уже, скажем так, 3 года как минимум. Но еще чуть-чуть осталось последнюю запятую поставить от чиновников, начнем отливать. А если отольем и повесим, то я даже могу сделать, хотите, сделаю секретную публикацию. Слив информации. Слив. Дело в том, что пока нет финальной точки, я побаиваюсь. Но я сделаю, как я уже придумал, сидеть. Да, сижу. Потому что комнату там тут же начали оплевывать, появились противники. Вот на этой такую величину будет мемориальная доска. Ага. Я ее поверну ровно на секунду, да. А потом беру, чтобы намекнуть, что она есть. Считаю до 3, 2, 1, 0. Вот такая будет мемориальная доска. Официально буду засвечивать после финальной подписи, которая, надеюсь, произойдет скоро. Буквально через, может быть, 10 дней. Но в России все не должно делаться легко. У нас все должно делаться с напряжением, с мучениями. Но опять же, как получится так, как оно должно получиться. А музей пока прекрасен. Тут много очень многих новых вещей появилось за время твоего отсутствия. Да. Но я не был 2 года. В общем-то, есть причина. Давайте все-таки про вас. Вот, давай. Смотрите, есть, как это, я не знаю, можно назвать их первооткрыватели, динозавры, так сказать, российского рока. Да. Мифы, аргонавты, россияне. Есть то, что сделала российский рок и ленинградский рок знаменитым. Кино, «Аквариум» и т.д. и т.п. Да. А вот вы, группа «Санкт-Петербург», и вы лично, какое ваше место в этой рок, лестнице? Я не как Владимир Рикшан имеет отношение к группе «Санкт-Петербург», а как историк. Да. Несомненно, моя группа, я подумал, мы прародители русского рока. Потому что с группы «Санкт-Петербург», в общем-то, русскоговорящая рок-музыка началась. Это был период кавер-версии, потому что такие группы отличные, очень хорошие. Садко, «Лесные братья», «Аргонавты», там, «Фламинго». Они пели западные песни часто очень хорошо. Петербург не то чтобы он первый запел, попытки делались многими. Петербург просто своими песнями добился абсолютного успеха в этой молодежной среде, повлиял на становление уже таких групп, как и «Аквариум», и «Зоопарк», и прочее, прочее. С которыми вы совпали, ну, по времени, как старший брат, старший товарищ. Ну, да. Весь «Аквариум» он пролезал, наши концерты, я помогал даже, были какие-то безымянные молодежь, которые спокойно там пролезали, я даже помогал
Я с Буницким больше был в дружеских отношениях. Ну, в общем, потом. В общем, не будем примерно долго. Потому что сейчас приведу. Но в 71-м году вы таки были рок-идолом СССР? С осени 70-го. С осени 70-го. Да. 71-й, 72-й, 73-й, это несколько лет Союзного рок-опа. Ну, это все описано. Я знаю, но многие, понимаете, не читают книг. Вот. Книга профессора Финляндии Томми Хуттенен, который написал на финском языке книгу «Питари он рок». «Петербург в роке». По-фински понять ни один землянин не может, кроме финнов. Тут всякие аквариумы, Цои и прочие, Шевчуки. Книга мне ее вручили. Почему? Потому что она с меня и начинается из группы «Санкт-Петербург». Профессор из Хельсинки врать не будет. Нет, профессор из Хельсинки. В определенном смысле эта книга и подтолкнула меня к музейной деятельности. Это какого года книга? Это уже лет 9,5 где-то тому назад книга вышла. После выхода этой книги мне одна финская женщина написала в Фейсбуке, мол, целый автобус собрался экскурсантов по местам этой книги. Помоги составить маршрут. Я так думаю, хорошо, а потом думаю, а куда? Финский экскурсовод привезет, показывает дома, ни одного пространства подобного нет. Это подтолкнуло меня к первой выставке. Так что косвенно финны проверили. Все в мире влияние. Ну и читать нужно в том числе не только вот финские книги, а и ваши, не так ли? Чтобы понимать. Совершенно, ты написал кучу книг. Одна наиболее известная про рок-музыку Санкт-Петербурга, конечно, «Кайф». У меня уже изданий было 7. Потом. Да, у меня есть 2. Да, недавно я выпустил книгу под названием «Разные люди». Тут биографии, ну, истории про людей, с которыми мне приходилось встречаться, ну, не только рок-музыканты, но и... Еще и Пола Маккартни? Видали. Я рядом с Полом Маккартни сидел в 2003 году, когда он приезжал в Сталанку. Я только слышал рассказ про Ринго Стара около бара Ливерпуля. Ринго Стар — это отдельная история, с Клэптоном тоже общались, ну и там другие, не только музыканты. Потом я недавно вышел вторым изданием книги «Ленинградское время», где много про рок и клуб, но и предыдущие периоды. Книг выходило много. Сейчас я уже запутался. Книг, ну, мне 26 или 27 моих книг выпущено. Ну, я же старый. Да. Ну, старый, но вы по-прежнему еще и спортсмен. Вон у меня гиря стоит. Нет. Мне на день рождения товарищи подарили, не тортик принесли, как Мите, моему дружку, тортики носит, а гирю принесли. Но гиря — это же не ваша, ваша легкая атлетика. Вы же прыгаете. Ну, нет, просто так не будешь прыгать. Это же силовые упражнения, развитие качества. Правда, последние 2 года нас никогда не пускают из-за этого пандемии. Ну хорошо. Сейчас, ну, народ уже. Все, в таком случае заканчиваем и ждите второй серии.